Ну вот, удалось нам разжиться пенопластом. Взял 3 листа. Толщина 30 миллиметров каждого. Размер 2 на метр. Ну, что-то перебор. Мне бы и 2 хватило. Но лучше пускай останется. Сейчас буду резать ее по размерам. Вставлять вот в эти ниши. Здесь кусочки, какие останутся. Сюда. Сюда. Ну и вот здесь. По периметру оставлю зазоры миллиметров по 5. Ну, не меньше. И все залью пеной. Уже ветер не так тут гулять будет. Останется вот это вот. Все тоже заделать аккуратненько. Ну, не все сразу, потихоньку. Летний вариант. Здесь тепло все равно никогда зимой не будет. Но если только не утеплить основательно. На основательное утепление нужны деньги. Да, я ни к чему здесь, короче говоря. Летняя кухня есть летняя кухня. Потом перекрою крышу железом. Ну, посмотрим, сколько выдержит этот поликарбонат. Там он я заклеил. Ну, тут не видно, конечно. Короче, влага все равно проникает. Ну, в общем, сейчас займемся разрезанием по размеру вот этих листов. И посмотрим, что получится. Один листик готов. Зазор нормальный. Сейчас, чтобы он не вываливался, я его кусочками пенопласта подоткну по периметру и на 4 гвоздя посажу. Ну, так, на живулю. Ну, вот такой зазор получился. Такие вот пенопластовые чопики. Сейчас свет по периметру после подготовки зальем пеной. Сейчас еще гвоздями проколочу. Закончил устанавливать пенопластовые эти фрагменты. Вот так вот получилось. Не совсем супер ровно, но пеной зальется, будет нормально. Хоть и материал легко обрабатывается, пенопласт отрежется, но такие противные от него звуки. Поэтому тот, кто не переносит, тот поймет. Так, и вот здесь у нас. И вот это вот. Ну, сейчас заливаем пеной. Ну, начинаем пенить. Для этого буду такие перчаточки использовать одноразовые. Потому что руки от пены оттереть очень и очень тяжело. Если только с кожей снимать. А
эти перчаточки самый раз. Маловаты, правда. Взял пену самую дешевую. Не знаю, насколько она хорошая. Не думаю, внутри помещения и на солнце будет держаться. Газеты стелить. Закончил пенить. Вот конечный результат. Она еще вылезет, пена, как всем известно. Но ветер уже не так гулять будет по веранде. Все потом обрежу. Все это зашьется. Уже будет внутри более-менее симпатично. Постепенно избушка приобретает более-менее божеский вид. Брал два баллона пены. Хватило одного, в принципе, и маленечко вот этого вот второго. Сколько пены было много, вот эти углы еще запенил. Ну, красоту потом наводить будем. Здесь вот не знаю, делать подоконники или нет. Сделаешь подоконники, они будут постоянно всякой ерундой заняты. Что-нибудь на них да будет лежать. Поэтому это над этим вопросом мы еще подумаем. Будем, не будем. Ну, в общем, все, с пеной закончено. Все, что с осени не успели, сделали. Осталось все облагородить. Как я уже говорил, если будем крыть новую крышу железом, вот этот поликарбонат у нас уйдет на обшивку внутренней части веранды. Но опять же, надо будет посмотреть, как он будет тут глядеться. Может, он будет выглядеть похабно. Поэтому тоже вопрос еще стоит над этим. Прошли сутки после того, как мы залили пену. Вот так все выглядит уже в высохшем состоянии. Сейчас нужно будет ее аккуратненько обрезать. Собрать обрезки, мусор. Ну что, такая-то пена, она какую-то плотность имеет непонятную. Вся сползла вниз, как квашня. Здесь нормально. Ну вот щели заделали. Сейчас гораздо жарче на веранде стало.
Еще в двери щели заделать мастикой, и будет вообще баня. Вот такая жара у нас на веранде. На улице плюс 7, на веранде 24. Эффект теплица получился. Обрезал пенопласт. Так теперь все это выглядит. Но все, что будет мешать в дальнейшем, для когда зашивать буду бока эти, уже подрежу по месту, потому что так-то не очень понятно. Вот пока вот такой внешний вид. Внешний вид внутри. Ну, функция выполняется, ветра теперь здесь нету. Единственное, выглядит пока не эстетично. Сейчас решим вопрос с крышей. Вот с этой крышей. Если наши желания совпадут с возможностями, покроем железом. А поликарбонат, как я уже говорил ранее, пустим вот сюда, на бока, вовнутрь. Ну и либо другой какой-то материал. Что как лучше будет смотреться. Вот на улице плюс 5, на веранде 25. Естественно, из-за того, что еще солнце проникает через вот такую крышу, такой парниковый эффект создается. Так что ждем продолжения по веранде. Всем пока!